Данное здание, сегодня именуемое как торговый центр «Вавилон», оформляло свои документы, и согласование на данное строительство проводилось в районном собрании. Тогда еще это были советники районного собрания. Я был в том созыве. Это был первый состав, избранный в декабре 1997 года. Я прекрасно помню, когда вот этот ряд деревьев, который находится сейчас внутри забора, они отводились на внешнюю часть и должны были быть вне забора. А забор должен быть на 3 метра внутрь сегодняшней территории Вавилона. Но после оформления строительных разрешительных документов через некоторое время руководство Вавилона перенесло данный забор, произведя самозахват земельной территории. Таким образом, вся эта линия деревьев, берез попала на внутреннюю территорию торгового центра. Вот этот выступ за ограждением, который вгрызается фактически в территорию сегодняшнего сквера на улице Санникова, между улицей Санникова и Хачатуряна, тоже смонтирован руководством торгового центра «Вавилон». Висит замок. Что в этом помещении, непонятно. Но можно догадаться, что здесь производится сбор мусора или отходов торгового центра «Вавилон». Но почему они вывели этот объект на территорию сквера? Большой вопрос. Будем разбираться. Если у них есть желание организовать место сбора отходов или какую-то подсобку, без проблем, организовывайте на вашей внутренней территории. Но не захватывайте территорию сквера. Прекрасная береза, разлапистая, красивая, стоит сейчас на внутренней территории торгового центра «Вавилон». Вот представьте, этот забор перенести на 3 метра внутрь, до бордюра. Эти деревья были бы сейчас на территории сквера. Вот так у нас недобросовестные предприниматели, бизнесмены, владельцы торговых сетей захватывают общественное пространство, территории скверов, парков. Хорошо еще, что они деревья эти не вырубили, что было бы намного хуже. В ближайшее время оформлю запрос в Департамент городского имущества, в прокуратуру города Москвы, к мэру города Москвы, с тем, чтобы разобраться с этим вопросом, почему торговый центр «Вавилон» произвел перестановку ограждения своей территории и присвоил территорию сквера фактически для своих нужд.
Представьте, сколько прошло времени с 1998 года. Ровно 20 лет. Я ранее уже направлял по этой проблеме запросы. Сразу после самозахвата разговаривал с бывшим главой управы Анатолием Петровичем Бановым по этой теме. Но вот уже 20 лет этот вопрос не решается. Кто тот такой могущественный человек, владелец данного торгового центра, что 20 лет правительство города Москвы не в состоянии восстановить справедливость в данном вопросе? А всего-то нужно лишь принудить владельца торгового центра «Вавилон» вернуть в исходное состояние ограждение. То есть вернуть скверу между улицами Санникова и Хачатуряна ранее захваченную территорию. Вместе с деревьями, соответственно. Забор необходимо перенести на 3 метра вглубь территории. До бордюрного камня. И тогда все деревья вернутся состав сквера, как это и должно быть. А это городские голуби, которые садятся на ветви деревьев. К этому их приучила городская среда. В сельской местности за городом голуби практически никогда не садятся на ветви деревьев. Вы видите, на деревьях сделаны кормушки для птиц. Добрые жители района Отрадное приносят сюда подкормку, хлеб, зерновую продукцию, пшено. Спасибо им.
Это доброе дело. Всем спасибо, до свидания на сегодня. Удачи всем.